О, Карл, ты здесь? Да, я тут. Фу, ну, это было странно. Ну чё, выходим? Я бы не рисковал. Смотри, он стоит там. А может, ну его нафиг, а? Да иди сюда! Ладно. Чё хотел? Они не двигаются. Они в порядке, значит, все будет у нас в порядке. Ага. Ну-ка, что тут? Короче, лучше сюда не заглядывать. Да, погоди. Это что такое? Офигеть! Мне страшно! А, заморать-то на ухо. Мне страшно! Обалдеть! Пока, они еще не двигаются. Планировка здания была другая, я точно помню. Так, в прошлой серии мы... Тут нет дверей. Тут есть дверь. Дверь выломали. Теперь мы не сможем здесь спрятаться, если что. Не обходить. Там по-любому что-то есть. В общем, в прошлой серии, напоминаю, подписчики, мы нашли записочку, которая гласит, что ключ спрятан в генераторной. Пошли в генераторную. Генераторная — это там, где включается свет. Я хочу домой, Карл. Карл! Да тут я тут, в соседней комнате. Этой таблички не было? А ты уверен, может, ты ее сам прикрутил? А мне не сказал, напугать меня хочешь? Да нет, я реально не шучу. Здесь не было этой таблички. Откуда? Ладно. Забираем ключ. И сейчас откроем, да, пожалуй, кухню. Потому что кухня здесь самая большая комната должна быть. Опа. Во. Воу, да, просторненько. Сразу же нужно лутаться. Ну-ка, что тут? Молочко. Пожалуй, ставим. Тут у нас пластинки. Так, в печках у нас ничего нет, в холодильнике. Холодильник не открывается. В печках все норм. Угу. Стоякам. Наф один сонг. Слушай. А раз у нас есть пластинки, давайте заберем этот проигрыватель. Карл! Офигеть! Что случилось? Да я вот хотел проигрыватель взять, ну, чтобы пластинки эти активировать, которые мы здесь нашли. И смотри, что нашел. Офигеть, а может не будем? Поздно. Так. Здесь темно, как у мангуста, кое-где. Поэтому давай сейчас включим свет! А, блин! Я так распереживался. Да, я, если честно, тоже. Ну-ка, они настоящие? Да, они настоящие. Ну, замечательно, всем пока. Да нет, не... А что тут интересно? О. Смотри-ка, здесь спрятан сундук. Давай откапываем его. И... Записка. Бегите. Они не то, чем кажутся. Да, ну ты прям как очевидность, записка. Точнее, тот, кто это писал. А как нам выбраться-то? Ну, смотри, тут есть еще один. Ага, это две части.
Они не то, чем кажутся, но она поможет вам. Кто такая она? Вы встречали? Угу. Я так понял, вот эта вот жуткая маска и есть. Слушай, я не хочу даже думать об этом. О, посмотри-ка. Здесь крюк от Фокси. То есть, получается, здесь в пиццерии делали аниматроников, которые в тайне кокали людей. Давай отсюда свалим. Да как мы свалим, сам же сказал. Посмотри-ка, это... Это план. Подписчики. Если кто видит здесь карту, это не карта. Представьте, что это план. И ножиком здесь отмечена следующая цель, смотри. Офигеть. Так, возьмем с собой этот план. Он нам может и пригодится. Так. Маска марионетки. Давай тоже попробуем взять ее. Где она? Она исчезла. Ладно, давай. Блин, а как нам подняться-то? Чё? Посмотри-ка. Свет выключился. А мне эта фигня не нравится. А кому она может нравиться? Так. Давай еще раз на всякий случай проверим. Ты в своем уме? Да нет, я просто не думаю, что хоть один активирован. Мои уши! И мои тоже! Давай закрывай! Итак, как ты думаешь, он ушел? Я что-то сомневаюсь в этом. Так. Давай подсветим. Во, все нормально. Можем выходить. Пошли. Что ты хочешь этим добиться? А я не знаю, чего хочу. Нам бы в туалет сгонять. Тебе резко приспичило. Да, мне резко приспичило. Так, вон он ходит. Он на нас не обращает внимания пока что. Но сейчас, кажется, он нас запалит. Так, пойди, выключим фонари. Он нас пока что не палит. Так, я врезался тут. Так. Женский, давай в мужской. Офигеть, сколько тут дверей. Тут новая комната и плюс новая дверь. Замечательно. Как вы себе это представляете? Так. Давай-ка сюда спрячемся и будем надеяться на лучшее. Так, где он там ходит? Я не хочу тебя пугать, но он прямо здесь. Как? А как он нас найдет? А я не знаю, давай. Посидим тут и посмотрим. Сможет ли он нас найти? Блин, ну я очень боюсь. Нет. Вроде ушел, да? Привет. Блин. Вот теперь, кажется, он нас запалил. Ой-о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 й. Тихо. Не шуми. Я не шумлю. Да.